Dior Homme Sport. Этот аромат тоже обожают многие. Вы знаете, он даже чем-то схож вот с этим предыдущим Chanel Allure Homme Sport. И тоже, кстати, Homme Sport написано. Но я бы не сказала, что он прям так идеально похож, что это брат-близнец, но это одно семейство. Первые ноты, когда вы его нюхаете, вы слышите такой цитрус, а потом уже проявляется сладкий подтон. Этот аромат, который можно использовать каждый день, он тоже дорогой, очень с ним не стыдно, и он такой ненадоедливый. Я думаю, можно им пользоваться один флакон, купить потом второй флакон. Если вы кому-то хотите подарить подарок, можете смело взять этот парфюм, и вы не прогадаете, потому что он такой легкий, очень приятный. И для человека, который постоянно хочет находиться в движении и находится в движении, который одет такую светлую одежду, может быть, на лето легко использован этот парфюм. Homme Sport. Так что я рекомендую.